И про счастливое ратование живелы. Под новоселками ратовальники вытягнули из Днепра корову. Живелу зауважили два рыбаки, которые проплывали на лодце. Буронка завязнула у бруди и была уже настолько изнясиленная, что выйти на берег самостоятельно не могла. Рыбаки потелефоновали у службу ратования с допомогой веровок и уластных намаганий. Им удалось вытягнуть на берег корову. Операция по ратованию прошла поспяхово. Правда, опынувшись на березе, живела некоторый час самостоятельно рухаться не могла. Крыху позднее буронку передали я ей господару.